Если спросит незнакомый код дверного домофона, отвечай, что сам не знаешь. Маму ждешь или гуляешь? Если ты уже в подъезде, незнакомого вдруг встретишь. А? Вместе в лифт с ним не садись. Едет пусть, ты задержись. Доктор, слесарь ли фальшивый? В дверь звонит без перерыва. Алло, милиция! Затаись, пускай звонят. Хоть 3000 лет подряд. Знать об этом должен каждый. Безопасность – это важно.